Матиас Рейфельд, современный немецкий композитор, композитор, который живет в Мюнхене, и он соединяет современную музыку и музыку классическую в таких равных и необычных сочетаниях. Несмотря на то, что Матиас Рейфельд, композитор достаточно молодой, он уже в 2015 году окончил Мюнхенскую музыкальную консерваторию, и его классические произведения уже публикуются издательствами, такими как Хеблинг, Штрубе, издательством Эрис, и более чем 80 фильмов сняты с его музыкой, с его саундтреками в Германии. Его сольные концерты состоялись на многих выдающихся площадках в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в Германии. И сейчас мы с вами послушаем одно из самых интереснейших произведений этого композитора. Музыка, которая заняла третье место на конкурсе «Орган Таврида». Это будет финал, или как называется, финале. Это произведение, финал богемской сюиты для органа Матиаса Рейфельда. Исполняет Арсений Ушков.